Так, вроде бы более-менее подготовил все. Давайте смотреть. Зачем? Эта штука, нет, не получится. Это только вручную. Так, готово. И теперь вот эта штука. Чего не хватает? Не хочет. А, алмаза нету. Алмаз у меня But один you come есть. over here. Так, латте. Ура, он 32 этих самых мегабита. Поэтому, наверное, ставим тут. Срабатывай рецепты. Так, ага, можем gold rod получить. Роды. Уроды. Так, дальше я хотел получить из этой штуки, для чего это все и мне надо было, вот этот винтик. Винтик получаем из болт, Would you а come over его here could and hang plate there? экструдер 128, бронз болт. Рецепт нету. Ага. Блин, да что ж такое, рецепт. Только в латте. В латте. Это мы можем скинуть, пока это тоже. Да блин, а как же мне этот бронз болт получить-то? Iron Scrif тоже в латте, но его мы можем получить только Is Plate anyone Cutting there? Machine. 4UE втык. Экструдер не подходит. Платы. Ну ладно, раз уже платы. Кат. Платы кат машина. Вот это что ли? Это бендинг. Plate Can I cutting help you? cutting machine. Это что, steel plate, steel plate, Can I help you? advanced circuit? Что, серьезно? Gotcha. Наверное, не Searching. этот. Plate cutting machine. Searching. А как она Field делает? guide. Или вот этот steam powered forge hammer? Не. Plate cutting machine. Вот она. Ну, нам надо advanced. Who's there? Advanced делается в Can I help ассемблере. you? А ассемблер делается Go ahead now. электромплойт, Thank you. силикон, Would you come over Ёшкин here? Петрович, а? Goodbye, employer. I used to Там же be. написано, I used to что be. рецепт 4 уе лт, 4 Again, уе who's there? затик, а болт 4 Can I help уе you? плейт Thank катинг you. I used кутинг. to be. Чё Goodbye. не то? Кутинг. Вот она. Наверное, не ту посмотрел. Нет, она. Searching. Gotcha. Searching. Сталь, сталь, даймондс. Это я, допустим, наверное, смогу получить, да? Resting. Гриндер, латте. Индустриальный гриндер. Would you come over Нет. here? Так. Is anyone there? Что за ё-моё? Так, и Diamond Dust разложить можно, а вот с этим что делать? Без ассемблер машины ничего не получится. Electric Circuit, Searching. Advanced Circuit Board. Вот эту надо. А это... Can I help you? Ага. 2UE затик, лапис лазури. Это можно получить. Адванс этот электрик Would you циркут. come over here? Ага. Калымане. Электрум плейт. Would Электрум you плейт come это я over here? помню. Блент. Employer. Электрум блейт. Can I help Электрум you? игант. Это серебро алой смелтер. Ага, понятно. Это я могу Goodbye. получить. Так. У нас есть... Employer. Кого они там стреляют? Они мне... О, жителей загубили, ну. Я не знаю, каким способом эти идиоты, но они вечно вот тут вот. О, уже кого-то загубили.
О, здрасте, мордасть. Как вы? Ну да ты что ты тут прыгаешь, идиот? Кретина, иди отсюда. Кретин, иди отсюда. Иди домой. Блин. Что, запрыгнуть не можешь, блин? Давай. Вас же тут. Она ж тебя сожрет. Иди отсюда. Давай. Во, молодец. Так, кого там загубили? Ламберджек. Эмираль. Кокот Саплин. Тут еще кого-то загубили. Какого-то жителя. Идиота. О! Че? Кого еще загубили? Фиш Эмиральд. Ну, будем коллекционировать фиши всяких. Так, я не знаю, как они ухитряются отсюда. Как они проваливаются? Черт их знает. Наверное, какая-то как перезагрузка идет, они как-то тут. Ой, так же они точно смотаются. Ну и ладно, фиг с вами. Так, все же мне нужен ассемблер машин, да? И посмотреть, могу ли я раздробить даймонд. Если я даймонд могу раздробить, то тогда я, наверное, смогу сделать вот этот вот лафейл, машину эту. Да. Фигачит. Так. Тейп. Так. Жители. Надо будет посмотреть в интернете. Может и как-то восстановить можно. Это было бы замечательно. Так, что у нас тут? 13 этого. Блин, опять я сейчас ничего не сделаю. Ну, одну машину. Вау. Круто. Да ладно, блин. Я знал, что такая проблема может быть. И как мне ее снять? Ай, это же надо сейчас сделать Railcraft. Вот эту вот штуку делать. Нет. Грех тех. Мне надо снималка. Во. Так, Iron и два. Так, у меня вроде бы есть латте. Раз, два, три. Латте у меня есть, да? Ну, давайте посмотрим, как она работает. Так, и этот надо переделать. Геотермальный этот. Ну, пускай кончится это, я его переделаю на это. Так, что ты мне сделал? Что тут? Diamond Dust. На 4 кусочка его разложить могу? Могу. Окей, это есть. Значит, мне надо ассемблер. Ага, тут у нас Iron Rod. То есть один к одному, плюс еще вот кусочек железа получаем. Это хорошо. Что у нас тут по электричеству? Нормально еще все. Так, давай еще роды. Так. 3 и 4 кусочка железа. Да, кстати, не показал. Я тут начал разводить коовок. Коовок начал разводить. Для этого, ух ты ж, поставил вид и вот эту вот машинку. И они теперь... Мне надо очень шерсть. Не шерсть, а эту... Кожа. А хотя подождите, это же не этот, не 1.12, тут нету этого АУЕ. Так, малыши, идите отсюда. Ух ты, сколько ж вас тут развелось.
Давайте всех мамочек в расход. Так, всех мамочек в расход. Кто тут? Иди сюда. Не, ну одну оставим, мамка все же, да. Так, сколько вас тут, не вижу. Ага, ну вот и страдай за всех. Одна за всех и все за одну. Блин, как вы пролазите этим сквозь забор? Иди сюда. И ты пошел отседова. Так, что там где-то видел? Сбежавшую. Извините, вы... Да... Да, ё-моё. Ну, нету вашей мамы, все. Я не виноват. Ладно, живи. Так. Коловка бегает там, это хорошо. А ты чё там завис? Не можешь достать, да? Во. Здрасте. Здрасте, приплыли. Это интересно было. Так, чё-то я... Всё, я отвлекся, я уже не помню, что я хотел. А, я говорил, мне надо снять ковер. Как эти жители умирать ухитряются, я не понимаю. Ой, это не сюда. Так, может, отсюда приходят откуда-то? Черт их знает. Ну ладно, они там размнозятся. Так, 19 шкуры. Это я еще один могу сделать, да? Шкуру мы можем совместить как-то там с... О, мне вот это надо. Одна шкура и нитки. Юзыч пережарить. И юзыч... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14 шкуры надо. Есть. Нитки. Нитки две. Офигенно. Так, нитки две. Но я их могу, по-моему, перемиссерировать, да? Миссератор 5. Да, идем перемиссерируем. Пока у нас что, миссератор-то есть. Мацератор. Да, он массерирует. Овца у нас нету. Так, это у нас... А, вот, вспомнил. Так, 64 мне не надо, но, во всяком случае... Раз, два, три, четыре. Так, а у меня его не было, что ли? Ну, судя по всему, нет. Так, теперь этот ковер сможем снять. Окей, сняли. Так, где? Где? Это вот сюда кладется. Мяско. Тут. Кожа тут. 46. Это сюда. Small Iron Dust. Это вот тут пойдет. А это пошло ты сюда. Так, 13. Это я хотел на сталь закинуть. Мне сталь всегда нужна. Так, 3 штуки у нас есть. Хорошо. И что я хотел сделать? Я хотел ассемблер. Не. Да, я ассемблер хотел. Ассемблер. Ассемблер. Циклик ассемблер. Нет, ассемблер машина. Ух ты ж, йоу. Ну тут сложновато. Это надо пойти собрать. В общем, я пошел собирать на ассемблер. Пошел собирать на эту адванс микросхему. И тогда в следующей серии, наверное, это все соберем. В общем, пока я... Семь, да. Еще не знаю насчет вот этого генератор. Жалко ведер. Так, а я его забрать могу отсюда? Нет, а так? Нет, забрать уже нельзя. Нельзя. Так, геотермал генератор. Я хочу его переделать. Генератор. Помощнее поставить. Генератор.
geothermal. Вот он, геотермал генератор. Мы можем usage переделать с помощью двух микросхем. Reinforced. А, assembler машина. Вот почему я его так и не сделал, да? Usage. Алюминия у меня точно нету. Так, эту микросхему я сделаю. Invar plate, это никель. И что-то еще. Это я сделаю, это я сделаю. Как раз у меня будет ассемблер машин. Ага, ну вот. В следующий раз сделаем, наверное, переведем этот. Наверное, еще есть в задании эта штука. Да? Electrical Age. О, один квест complete. Спасибо за латте. Ладно, в следующий раз делаем вот этот, не насчет этого я не знаю. Ну ладно, увидим. Я не знаю, когда это еще раз вообще-то будет. Так, товарищи ученые, доценты с кандидатами, что у вас тут творится? Так, что у нас тут творится? Cultivated meadows. Хорошо, будь meadows cultivated. Ты кто? Ух ты, за 10 эмералдов Diamond кирку продает. Ты что у нас? За 3 эмералда. Ох ты ж! Етитпицкая сила. Сколько у вас растут? Ты что продаешь? Ангел статую. Чисель. А для чего он нужен? Ты что продаешь? Ангельскую статую. Ты что продаешь? Статую ангела. Ангел статуя, она, по-моему, защищает деревню, если я не ошибаюсь. Блин, надо будет мод посмотреть. Эмераль. Идем посмотрим, блин. Что за чизель? Для чего он нужен? Можешь снимать что-то? Вот. Так, кто там чизель продает? Не ты, еще он один маленький. Чизель. Я не знаю, что это такое, но дай мне его. Чизель, юзич. Из камня делать могилы. Собачку, док, статуя. Котика. Воден гравестон. Так, что ты еще продаешь? Вилладжер, статуя. Ты что? Ты заблокировался. Тебя вообще убрать можно. Так, ты... За 3. Давай одну возьмем, сафари мод. Может, счет что-то отблокируешь? Так, тинг. Нет. Ну, разблокируйся ты что-нибудь. Да, еще что-нибудь. Нет. Еще одну надо покупать. Ну, ладно, давай купим еще одну. Разблокируйся, чувак. Нет, не разблокируется. Ну и фиг с тобой. Так, малышня растет, жители растут. Хорошо. У меня, как всегда, не хватает ресурсов. Safari Net usage. Можно сделать теперь... О, Golden Lasso. Так это ж намного лучше, чем... Я так думаю... Овец-то я настригу. Давайте Golden Lasso. Ну, как раз 12. Дайте мне, пожалуйста, Golden Lasso. Это ж лучше, как Safari Net. Golden Lasso, это... Так, usage. Что такое? Раз, два, три, четыре. Давайте под вас сразу сделаем. Это ж я смогу, надеюсь, смогу. Golden Lasso. Теперь я могу животных таскать. Правда, у меня нифига не осталось вот этих вот. Но это мелочи. Это мы сейчас настригем. Так, это сюда. Вот. Ничего, на этот раз все. У меня что-то фантазия закончилась. Надо все готовить, все делать. Надеюсь... Сколько ж вас тут бегает, ё-моё. А там что-то летало. Но умерших нету.
Наверное, еще один тут ряд заборов поставлю, чтобы эти мои идиоты не залазили, не выскакивали. Я не знаю, как они просачиваются сквозь стены. Вот. Как они тут? Все, посмотрел, нигде нету красных точек. Так, что тут у нас? Ничего. Тут всем стали. Ух ты. Этот вырос, как его. Репейник. Из него что-то с чем-то можно смешать и будет... Надо будет в интернете посмотреть, что с чем, и будет у нас... По-моему, можно с помощью его что-то там... Что-то там сделать. Ладно, вон сервер Light to Beat. Пошел я спать, а с вами прощаюсь до следующих раз. Ничего так кто-то толком не сделал, но... Вот. Ну и, конечно, ставьте лайки. Если ставите дизлайки, обязательно, ну прошу вас, напишите за что, иначе я, ну не знаю, я не баню ничего, мне просто ли надо узнать, за что вы ставите. Я ж, ну не знаю я, за что вы мне ставите, из-за этого, вот, ну что я не так сделал. Так, чизель, это мы можем получать могилы. Может собачку сделать? Чтобы сделать собачку, надо док, статую и стол. Хочу собаку. А где мои камуфки? Камуфки тут, по-моему. Вот. Чизел. Юзич. Где этот? Так и так, по-моему. Нет? Не, вот так. Док, статую. И все? А он делает. Его за эмираль покупал. Это египетская сила, но... Давайте два этих сделаем. Шунюкаса. Собачки две. Шунюкаса. По-литовски шунюкас. Два шунюкаса сделаем, собачки две сделаем, и получится у нас одноразовый, то есть, вот, два собачка. Один соб... А его что, поставить нельзя? Док статуя, юзич, а как его поставить куда-нибудь? И что с ним делать? На основание какое-то? О, кто-то внизу там. Не, не внизу. О! Ты что нам продаешь? Бутеренут саплинг. Ну, фиг его знает. Так. Наверное, какое-то основание надо сделать для него, чтобы его поставить. Гравистон. Да, я сейчас опять. Я уже чуть... Гравистон. Гравистон. Есть какие-то хор статуи Thunderstone. Не ясно, что это такое. Док статуи. Всякие мечи. Bone Slape. Хорс Корс. А как эти получить? Убить надо как-то. Кандле алтарь. Надо посмотреть будет, короче, для чего это все надо. Чесвич Байтс. Крипер статуя. Офигеть. Скелетон спа... Скелетон спаунер? Зомби спаунер. Визерс. А, так вот для чего вы нужны. Так у меня скул кандли есть. Скелетона можем спавнить и зомби. А вот это вот вообще интересно. Понятно. Собачки не ставятся, но с ними что-то можно будет сделать. Ладно, пока я не знаю, но вот это вот важно. Харе. Ну, вы поняли. Увидимся в следующей серии. Если ставите лайк, спасибо. Если ставите дизлайк, пишите за что, иначе я, ну, без понятия, чё я, где я провинился. И я поэтому не знаю.
И меня этому ничему не учит. Просто дизлайк, ну дизлайк. Вот. Спасибо, пока, увидимся. Счастливо.